هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال أهل الأخبار, историки говорят, Алямра Залика Закария, когда Закария увидел, то есть вот это чудо, что каким-то образом к ней в комнату, куда никто кроме него не проникал, никто кроме него не приносил еду, он увидел это чудо, что каким-то образом туда попадали эти фрукты, сказал: «Инна лязи кадара аля аньятия Марьям бильфаки хативила рихиня», поистине тот, у кого есть мощь доставить Марьям фрукты не в свое время, мингайри саба, без причины, ля кадирун алян юсли хазауджи, он мощен исправить мою жену, ваяга бали валядан, и подарить мне ребенка, фигайри хини аляль кибр, не в свое время, то есть когда я уже постарел. Фатамия фильвалят, и он пожелал себе ребенка. Вадалика анна аглябайте, это по той причине, что ее семья каду кадын караду, почти все вымерли. Вакана Закария кадшаха, Закария уже постарел, ваиса минальвалит, и отчаялся, что у него будет ребенок. Каля тааля, Всевышний Аллах, гуналика аяинда залика, и в тот момент даа Закария роббах, Закария воззвал к своему Господу. И в этом указании то, что пророки тоже взывали к Господу. То, что они, будучи пророки, взывали Господу, и постоянно их сердца были связаны с кем? С Господом. И самый интересный момент, как упоминал Ибн Аббас, находили этому подходящие моменты. И поэтому некоторые салифы говорили, что если ты попросил у Аллаха что-то, и Аллах тебе сразу же дал, сразу Аллаха попротирай. Почему? Потому что, может быть, это день, в который тебе Аллах отвечает на дуа. Потому что, может быть, это тот день, в который тебе Аллах отвечает на дуа. Но это кто попадет? Тот, кто постоянно у Аллаха что-то просит. Вот ты постоянно у Аллаха что-то просишь, и сразу же постоянно будешь ответить, и сразу же постоянно будешь просить у Аллаха рай. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе кудси, то, что Всевышний сказал: «Ана инда вани абдиби», я в мыслях своего раба обо мне. То есть вот ты будешь так думать, что я попрошу Аллаха, вот Аллах мне ответил, я сейчас попрошу у него рай, он мне ответит, и увидишь, Аллах тебе действительно ответит. Фадахаль михраба, и также в аятах анна лякихаза, откуда у тебя это указание на то, что пророки скрытого не знают. И если пророки скрытого не знают, то есть он же не знал, как туда фрукты попали. Значит, баракаллаху фикум, тем более тот, кто ниже пророков, не может знать о скрытом. Фадахаль михраба ваглакаля бабу наджаробба, он зашел в свой михраб, закрыл дверь и обратился к Господу. Каля робби, сказал: «О Господь мой, ай я роб». Обратите внимание, большая часть дуа пророков связана с своими словами роб, потому что если ты просишь у Господа субханаллах то что-то, это связано с чем? В основном с таухидом рубубия, поэтому ты обращаешься к нему соответствующим именем, это что? Я роб. Габли, подари мне, а атыни, то есть дай мне, миллядунка от тебя, аймин индик, зурриятан твоебатан, то есть благое потомство или прекрасное потомство, надели меня от тебя прекрасным потомством, айвалядан мубаракан такиян салихан радыян, то есть подари мне ребенка благодатного, богобоязненного, праведного, чтобы ты им был доволен. Вазария такуну вахидан ауджаман. Слово «зури» используется как в отношении одного, так и в отношении группы. Закра унса как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Вагу агуна вахидун. Здесь имеется в виду один, биддалиля каулия зауджаль, потому что он сказал, то есть на это указывает слава Всевышнего, фагабли миллядунка валият. То есть, как суре Марьям сказал, подари мне от тебя наследника. То, что он имел по словам «зури», это что? В суре Али Имран по словам «зури» имел в виду одного мальчика, наследника. «Иннама каля», сказал «таиба», то есть почему «зурия» тогда хорошо, если мальчик, почему описал словом «таиба»? «Литани селя в зурия», потому что «зурия» в женском роде, и поэтому «таиба» сифа пришло в женском роде, то есть в звучании своем. «Инна касами уддуа», поистине ты внимаешь мольбам. «Айсами агу», поистине ты слышишь. «Вакиля», также говорят некоторые ученые, что «сами слышишь», имеется в виду «муджибу», отвечаешь на дуа. Как Всевышний Аллах говорит, «Инни аманту бироббикум фасмаун», когда обратился один человек к своему народу и сказал: «Я уверовал своего Господа, так прислушайтесь же ко мне», имеется в виду, ответьте на мой призыв, «Айфа аджибун», то есть ответьте мне на него. Возникает вопрос, баракаллаху фикум, Закария, пророк, как он просит у Всевышнего Аллаха в суре Марьям, и говорит: «Фагабли миллядунка валия», подари мне от тебя наследника, если пророк наш Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что мы, пророки, не оставляем после себя наследство. Как совместить? Нет, Пророки не оставляют после себя наследство в виде мирских вещей, но оставляют после себя наследство в виде ильма, знания, пророчества и так далее и тому подобное. Баракаллаху фикум. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة. И к нему обратились ангелы. Арада биль малайкати хагуна Джибриль алейхиссалям вахда. Имам Багави говорит, что здесь по слову «маляйка» хоть пришло во множественном числе, но подразумевается именно Джибриль. Какаули Тааля фи сурати Нахль, подобно словам Всевышнего Аллаха в суре Пчелы, «Юназзилюль маляйка», он не спосылает ангелов, «Я не Джибриль биррухи вальвах», имея в виду Джибриля, который пришел с откровениями. «Ваяджузу фил арабия», дозволено в арабском языке, и в этом и есть красота изучения Корана, тафсира его. То, что ты через тафсиры изучаешь, как разговаривают арабы. «Фаяджузу фил арабия», дозволено в арабском языке, «ан юхбира аниль вахид билляфзи джам», дозволено, говоря об одном человеке, использовать слово, которое указывает на группу. «Уссамиату хазаль хабар минан нас», слышал, я слышал, допустим, ты говоришь так, я слышал эту весть от людей, имея в виду одного человека. «Ва иннама самиан вахид», хоть он слышал эту новость или эту весть от одного человека. Какаули Италия, как, допустим, Всевышний Аллах, «Ваназыру», подобно этому слова Всевышнего Аллаха, «Аллафина каля лягумун нас». Это те, которым люди сказали. То есть пришел, Аллах Субтитры рассказывает о событиях после битвы, какой? При Ухуде. То, что когда мусульмане, бараклуфикум, были ранены и так далее и тому подобное, Абу Суфьян посылает Нуайма ибн Масуда, «Иди и скажи Мухаммаду, что мы тут собрались, сейчас на тебя нападем». И он пришел и так сказал. И Всевышний Аллах сказал, «Аллавина каля лягумун нас», и те, которым люди сказали. Но был один только Нуайм ибн Масуд, сказал, «Инна наса кад джамалякум», поистине люди собрались против вас. Яни Абу Суфьян, и сказал, «Инна нас», поистине Абу Суфьян, Яни Абу Суфьян ибн Харб, подразумевая одного Абу Суфьяна. «Каль муфаддаль ибн Саляма, идакан аль-кабайль раисан, идакан аль-кайлю раисан», если тот, кто говорит, то есть высказывается так, является головой, «яджузу лихбару ангубиджам», дозволено о нем говорить во множественном числе. «Ичличтимая асхабима», потому что те, кто вокруг него, так и так будут с ним, то есть его подчиненные. «Вакана Джибриль алейсалям раисуль маляйка», и поэтому Джибриль алейсалям является же главным ангелом. Очень редко, когда его посылал Всевышний Аллах, то есть одного, обязательно с ним была группа других ангелов. Фаджада аля залик, и соответственно поэтому можно использовать, то есть как вот тут Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, фанаадат уль маляйка, к нему обратились ангелы, имея в виду только одного Джибриля алейсалям. Да. Алиштимау схабу нам. Вакаулю Тааля вахуа каимун юсалли фил михраб. То есть к нему обратились ангелы, имеется в виду Джибриль, когда он стоял на молитве в своей молельне. Айфиль маджи, то есть мечети. Вадалика анна Закария каналь хибр аль-кабир. Закария был большим ученым. Аллави юкаррибуль курбан фаяфтаху бабаль мазбах. Он тот, кто приносил, то есть жертвоприношение, открывал те двери того места, где совершали жертвоприношение. Фаля ядхулюна хатта явана лягум фиддухуль. Никто не заходил в это место, пока Закария не позволял им туда заходить. Фабайна магуа каимун юсалли фил михраб. И вот когда однажды он стоял и совершал молитву в мечети, яни фил масджид индаль мазбах, в той мечети, которая находилась рядом с тем местом, где приносили жертвоприношение, юсалли совершал молитву, он насу янтавыру, люди ожидали аньявана лягум фиддухуль, пока он позволит им зайти туда. Файдаху абираджун шабы, он увидел молодого человека, алейхи фиябу бит, на котором были белые одежды, тальма, то есть он блестел, фафазия мингу, он испугался его. Фанадаху Джибриль алейсалям, и к нему обратился этот молодой парень, это оказался Джибриль алейсалям. Я Закария, о Закария, сказал, инна Аллаха юбашширука би Яхья, поистине Всевышний Аллах радует тебя вестью о Яхья. Вагу исму «Ля юджару ли маарифати», то есть это имя, которое не бывает в положении джар, из-за маарифа имеется в виду, потому что он гайру мусариф, то есть он гайру мусариф. «Вали зайдифи ауали», и потому что пришло ауали в начале, что зияда это Имеется в виду из яда буква «я», то есть указано на то, что он имеет форму глагола. А мы с вами брали, баракаллаху фикум, когда разбирали гайр мусариф, то, что имеет форму глагола, оно не принимает положение джар. Да. То есть, во-первых, то, что он алямия, имя. Второе, то, что он имеет форму чего глагола. И обратите внимание, не раз Багави интересные термины использует. То есть, например, я говорил, вагуа маджзум, имея в виду, что сукун называют как джазмом, хоть он не стоит в положении джазм, потому что у тебя глагол прошедшего времени всегда будет мабни. Глагол прошедшего времени не может, но он называет это джазм. И это очень хорошо, когда ты изучаешь мусталахат улюляма, то есть те термины, которые используют ученые. Или как он здесь говорит, ли маарифа уализай, не просто маарифа, а там это называется, мы учим нахуй, как называется, алямия. Но ты теперь понимаешь, что значит слово маарифа, тоже имеет в виду ученый. И было разногласие, почему Яхья был назван Яхьей. Ибн Аббас говорит, по той причине, что Всевышний Аллах оживил им бесплодие своей матери. По той причине, что Всевышний Аллах оживил в нем иман в его сердце, в сердце Яхьи. Вакиля суммия бияхья лианна густашат. Говорит, что он был назван Яхьей, потому что он стал шахидом. Его убили, Яхью, алейхиссалям. Вот шухада ахья, а шахиды являются живыми. Вакиля ма'наху ямут. То есть говорят смысл, что Яхья имеется в виду, смысл как умрет. Вакиля лианна Аллах та'аля ахьяху бита'а хатта лям я'си ва лям яхум бима'сия. И говорят в другом тафсире, что Всевышний Аллах оживил его полностью, всю жизнь сделал его подчинением, так что он не совершал греха и никогда не намеревался совершать даже греха. Как мы это с вами брали, достойно в хадисе аль-Сахия. И вот Всевышний Аллах сказал, «Инна Аллах юбашширу каби Яхья». Поистине Аллах радует тебя вестью о Яхье. Мусаддикан. То есть он бубикали матимин Аллах, который подтвердит слово Аллах. Мусаддикан назбун аль-халь. То есть стоит положение нас, потому что он является халь. Бикали матимин Аллах, то есть он подтвердит слово от Аллаха, я не Иса алейсалям. То есть имеется в виду, он будет тем, кто подтвердит правдивость Иса алейсалям. Иса алейсалям был его кем? Двоюродным братом. Осумия Иса калимат Аллах, Иса же алейсалям назван словом Господа, Господом, словом Божьим, потому что Аллах сказал ему, будь без отца, и он появился. Фавака алейхи исмуль калима, и поэтому его прозвищем было что? Слово. Вакиля суммия калима лианну юхтада бихи. Также говорят, что Иса алейсалям был назван словом, потому что по причине Иса люди вставали на прямой путь. Кама юхтада би калями ля, точно так же, как по причине слов Всевышнего Аллаха люди встают на прямой путь. То есть или же руководствуются. Вакиля гуа бишаратуллахи таалли Марьям. Он был назван калима, потому что этим словом Всевышний Аллах обрадовал Марьям би Иса алейсалям, то есть то, что у нее будет сын, который будет звать Иса. Би калями ги аля лисани Джибриль, то есть то, что словами Джибриль обрадовал ее. Потом говорят также некоторые толкователи, то, что и он назван был словом, потому что Всевышний Аллах сообщил пророкам о словах Аисы в их книгах. То есть то, что он создаст пророка без отца. Фасамаху калиматом. Всевышний Аллах назвал его словом лихусули бидаль кальват, потому что произошло то, что обещал Всевышний Аллах. Вакана Яхья алейсалям ауальман амана би Иса алейсалям васаддака. Яхья алейсалям был первым, кто уверовал в Ису алейсалям и подтвердил его правдивость. Вакана Яхья алейсалям акбар мин Иса би ситтат ашур. Яхья алейсалям был старше Исы на 6 месяцев. Вакана бнай халя. И они были двоюродными братьями, то есть их матери были сестрами. Сумма кутиля Яхья каблян юрфа Иса алейсалям. Потом убили Яхью до того, как Иса алейсалям был поднят на небеса. Вакаля Абу Убайда бикалимати мин Аллах. И Абу Убайда сказал, что слово бикалимати мин Аллах, слово от Господа, ай бикитаби мин Аллах, то, что он будет тем, кто подтвердит книгу Всевышнего Аллаха, ва аяти его знамения. Такулюль араб, арабы говорят, аншада не калимата фулян. Он не рассказал слова такого-то, а и касида, то имея в виду, целую поэму рассказал. Вакаулю тааля, дальше Всевышний Аллах субханаху говорит, сува саидан, то есть описывая Яхью алейсалям, то есть, во-первых, сказал, что он что будет? Всевышний Аллах радует тебя Яхьей. И в этом указании, баракаллаху фикум, то, что Яхьей Аллах обрадовал Закарию до его рождения. В этом указании на то, что ребенку можно придумывать имя до его рождения. И баракаллаху фикум, чуть дальше мы будем разбирать аяты про Марьям, то, что баракаллаху фикум, можно называть ребенка тогда, когда она «Ой, не самай то Марьям», я ее назвала Марьям. То есть, а когда родила, то есть во время рождения, и это пришло в сунне пророк. И третий момент пришло в сунне, то, что можно называть ребенка на седьмой день. Шейх Усаймин баракаллаху фикум объединяя эти вещи, говорит о том, что если человек, говорит, ты не придумал до рождения, во время рождения, и тебя спрашивают, как назвал, и ты еще не придумал, лучше подождать седьмого дня и на седьмой день людям сообщить. А так лучше назвать в день рождения ребенка, или же придумать заранее, Аллаху Адам. Особенно раньше это было актуально. Почему? Потому что люди не знали, кто у них родится, мальчик или девочка. То есть поняли, да? Раньше вообще... И тут, например, они думали, мальчик, вот эту девочку. А как девочку назвать? Или наоборот, ждали девочку, а тут раз, а как мальчика назвать? Васаидан, дальше Всевышний Аллах описывает и говорит, он будет господином. Слово «саид» «вагуа фаиль мин сада ясуд», то есть взято по модели фаиля, слово «сада» управляет ясуд. «Вагуа раиса» — это глава, «аллави юттаба», за которым следует, «ваюнтага иля каули», и на словах которого останавливаются, то есть последнее мнение, как говорят же, за ним. «Каля аль-мифдаль муфаддаль арада саидан фиддин». Здесь имеется в виду под господством господство в религии. «Вакаля дахак сал саид аль-хуснуль хулюка», «аль-хасануль хулюка», то, что его нравы будут прекрасными. Вакали Саид ибн Джубайра Саид аль-Лази Юти Уробба. То есть Саид, господин, это тот, кто подчиняется своему Господу. Вакали Саид ибн Мусайб аль-Мусайб Саид ибн Мусайб говорил ас-Саиду аль-Факиху аль-Алим, то что это факих ученый. Вакали Катада говорил ас-Саиду фил-Алим, господин в знаниях, валь-Ибада, в поклонении, валь-Вара и аскетизме. Вакиля аль-Халим, также говорят, что под Саидом подразумевается снисходительный аль-Лави ля юхдибу, человек, которого ничто не может заставить гневаться. Вакаля аль-Муджахид аль-Кариму аль-Аллахи та'али, то есть почетный у Всевышнего Аллаха. Вакиля ас-Саиду аль-Таки, также говорят, что слово «Саид» аль-Таки богобоязненный. Каля дахак, это мнение дахак. Вакаля Суфьян ас-Саури, Суфьян Саури говорил аль-Лази ля яхсуду, то есть Саид, господин, это тот, который не завидует. Обратите внимание, какой хороший тавсир. Тот, который не завидует. То есть тот, кто завидует, тот не является господином, тот является рабом. Тот, кто выше своего народа во всех качествах добра. Говорят, это тот, который удовлетворен тем, чем наделил его Всевышний Аллах. То есть это человек господин. Говорят, господин это тот, кто щедрый. Один тафсир другому не противоречит. То есть все эти качества могли быть в Яхье. И если все эти качества были в Яхье, то тем более они были в нашем пророке, саллаллаху алейхи салям. И воздержанным и пророком из числа праведников. Что касается слова хасур, то ученые говорят, слово хасур аслю мин аль-хаср ва хуа аль-хабс. Взято от арабского слова хабса, это удержание, хабс. Валь-хасан аль-лази ля яти ниса ля янна. Валь-хасур фи каули ибн Масуд ва ибн Аббас ва Саид ибн Джубайр ва Катада радиаллаху ата валь-хасан аль-лази ля яти ниса ва ля якрабаху. То есть муфассиры некоторые говорят, то есть Ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас, Саид ибн Джубайр, Катада, то что под хасуром подразумевается тот, который не приближается к женщинам. Вагуа аля хазаль кауль, исходя из этого мнения, то будет фауль бимана фаль. Хоть имеет модель фауль, но здесь имеется фаль, хасыр, то есть сдерживает себя. Ваннаху лям яхсур нафсу анишагават. Яни аннаху яхсур нафсу анишагават. То, что он сдерживал себя от страстей. Вакали Саид ибн Мусайб гуаль анин. Саид ибн Мусайб говорил, что под хасуром подразумевается бессильный, то есть бессильный в вопросе близости. Аллави ля ма аляху, которого нету семени, фаякун аль хасур биман аль махсур. То есть имеется в виду удержанный. То есть не то, что он сам себя сдерживает, а вот таким родился. Я не мамну мина ниса, то, что он не приближается к женщине. Вакали Саид ибн Мусайб каан аляху мифля гудбату сауб. То есть говорит Саид ибн Мусайб, то, что у него был, как сказать, вот бывает же шарф, у шарфа же висят, вот так же висит. По хасур говорят про человека, то есть у которого не возбуждается. И говорят, то есть в истории Бану Исраиль, то, что он при этом женился, чтобы потуплять свой взор. И говорят другое мнение, тот, кто сторонился близости с женщинами, при том, что у него была на то мощь. Вахтара кауму хазаль каулю ливаджейни ахадим аляннау калямун хараджа махравистана. Ученые говорят вахтара кауму хазаль каулю ливаджейн ахадум аннау калямун хараджа махравистана ва хаза акрабу иля стихкаки фсана ва санья нуабад мин аль-хак яфати билабия. То есть говорят баракаллаху фикум анналь хасур мумтани мин аль-ват маль кудрати али. Другой же тафсир, братья, более правильный, здесь его не упомянул имам аль-Багави, но упомянул его Ибну Кафир. Мы его давайте прочитаем, он сказал: Вакат анкара хаза, то есть вот все, что было перечислено, что он не слабый был, не мог приближаться к женщинам и так далее и тому подобное. Вакат анкара хаза хуззакуль муфассирин. Профессиональные толкователи Корана отрицали этот тавсир. Вануккад. Валь уляма, то есть ученые. Вакалю хази накиса. Ва айбун. Валя талику биль набия. Потому что все эти качества являются недостатком и не может быть недостатков у пророков. Однако слово хасур маасумун мина зунуб, то, что он сдерживает себя или Аллах оберег его от грехов. Айля и атиха каннаху хусралей, то есть не мог совершать грехи, как будто бы его кто-то сдерживал. И вот это баракалуфикум более правильный тавсир. И тогда говорит, как говорит дальше Баг, вахтара каумун хазаль кауль, и ученые выбрали этот народ ливаджайни по двум причинам. Ахаду малянну каляму хараджа махраджа сана, потому что в этом аяте же идет хвала, а как можно хвалить пророкам недостатков? Вахада акрабали стихкака сана, это ближе к чему? К тому, что это будет, то, что он удержан от греха, то есть к хвале, васаняну абадмин ильхак и афтилямбе, и тем более тем самым ты отдалишь от того, что как будто в пророке был какой-то недостаток. То есть иногда может быть тафсир того или иного аята до того распространен, но при этом он является недостоверным. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Дальше Всевышний Аллах Субхана Аталь говорит, то есть после того, как пришел ангел Джибриль и рассказал Закарии о том, что у него будет Яхья, и то, что он будет господином, и то, что он будет сдержанным, не будет совершать грехи, и то, что он будет пророком, и то, что он будет праведником из числа праведников, сказал «Каля Робби», сказал «О Господь мой». Некоторым толкователям Корана, как упомянул здесь Багави, говорит «Каля я Саиди», то есть как будто он словом «Роб» обратился к Джибрилю. «О Господи», не «Господь», «О Господин мой», как будто он обратился к Джибрилю. «Кали Джибриль ассалям, хаза кауль аль-кальби валь джама», то есть это мнение каули джама, «Вакиль каля гулилля». Другие же толкователи говорят, и это Аллах алям более правильный тавсир, то, что он обратился к Всевышнему Аллаху. То есть после того, как Джибриль ему сообщил, он тут же обратился к Аллаху и сказал «Робби». Анна якуну, ай айна якуну, как у меня будет ли гулям, мальчик, ай айна вакат балягадни аль-кибар, ведь меня застала старость. То есть сказал, Господи, как может у меня родить сын, если старость меня уже настигла? Вагада миналь маклюб, в арабском языке это называется перевернутый. То есть меня как будто застала, догнала старость. Вакат балягту аль-кибара воших, то есть имеется в виду, что я дошел до возраста старости, вошихт стал шейхом, стариком, кама накуль балягани аль-джахд, то есть арабы говорят, меня застигла усталость, ай аны фильджахд, имеется в виду, что я сам устал, вакиля ма'наху, и говорят толкователю Корана, кадналя ниль-кибар, то есть меня застала старость, уадракани уадаафани, и сделала меня слабой. Вакали кальби, кальби говорил, кана Закария я умму, кана Закария йоман, бушра бивалят, Ибну Каана Закария Йоума Бушра Бильвалят, в тот день, когда Закарии рассказали, то есть было сообщено или было обрадовано ребенком, Ибну Финтани Уцаина Сана, ему было 92 года. Вакиль Ибну Тиса Уцаина Сана, в другой версии говорится 99 лет. Вакаль Дахакан Ибн Аббас Радиллангума, Дахакат Абдулла Ибн Аббас привез, Каана Ибну Ишрина Уамия Сана, было ему 120 лет уже. Вакана Мраату Бинту Саману Уцаина Сана, его жене было тогда 98 лет. И поэтому он дальше сказал, то есть мало того, что я стал старым, амраати акр, моя жена бесплодная, то есть до сих пор же не родила, а якимун ля талит, имеется в виду бесплодно не рожает, юкалю раджу на акр, амрату на акр, арабы говорят, то есть бесплодный мужчина, бесплодная женщина. Вакад акура, то есть такое слово акура, бидам микав, а якиру укран ва укаратан. Каля кадалик Аллаху яфалю ма яша. Он сказал, так Аллах вершит то, что пожелает. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Дальше он сказал, قال رب اجعل لي آية, о Господь мой, дай мне какое-нибудь знамение, или покажи мне какое-нибудь знамение. Ай аляматун аляму биха вакта хамля мрати, то есть какой-нибудь признак, по которым я узнаю, что моя жена забеременела. Фазиду фил ибадати шукран лак, и я еще больше начну поклоняться в знак благодарности тебе. Каля аятук, Всевышний Аллах сказал, знамением твоим будет алля тукаллим нас, то, что ты не будешь разговаривать с людьми, саляфата аям. Такуфу аниль калям, не будешь говорить с людьми. Саляс таям 3 дня, а итог билюбикулетика аля ибадати. То есть смысл, не будешь разговаривать с людьми 3 дня, полностью себя посвятишь поклонению. Ля аннаху йохбас лисану аль калям, а не в том смысле, что он не сможет разговаривать. То есть это один из тафсиров. Валякинну нуги аль калям, однако ему было запрещено разговаривать. Ваху сахихун, сауиюн. И это более правильное мнение, что смысл, что признак, что 3 дня ему сразу полностью уйдешь куда в поклонение. Кама фикалия в сурате Марьям, как сказал в суре Марьям, ля тукаллиму наса саляса лаялин сауиен, то, что 3 дня ровно ты не будешь разговаривать с людьми. То есть сауиен, как бы смысл, что будучи здоровым, ты не сможешь разговаривать с людьми. Ваядуллю аля каули италя, также на это указывает слова Всевышнего Аллаха, что он мог разговаривать слова уассабби биль аши валибкар, и прославляй Господа своего перед закатом и утром, то есть то, что он мог разговаривать. Фаамаргу бизикр, ведь Всевышний Аллах приказал ему упоминать его, ванагагу анкалями нас, и запретил ему разговаривать с людьми. Вакаль актар муфасирин, но большинство толкователей Корана говорят, акаля лисану аль-калям, его язык не мог разговаривать ман нас, именно с людьми, саляс таян 3 дня. Вакаля Катада, но упоминать Аллаха он мог. Вакаля Катада амсака лисану, умсика лисану аль-калям, укубатан лисули гиляя. Его, то есть он был наказан из-за того, что, то есть наказан язык, на языке своем, то есть язык его был наказан, не мог разговаривать за то, что он попросил знамения. Бада мушафа гатель маляйктия, после того, как он вот так вот воочию разговаривал с ангелом. Фалям ягдра ля калями саляста аям, и поэтому он не мог разговаривать в течение 3 дней. Каулюгу илля рамза, то есть только знаками не сможешь разговаривать с людьми, кроме как знаками ай ишара, валишара только такуну билисани, валяйни валят. То есть ты можешь разговаривать знаками, а знаки в арабском языке подразумевают под собой как знаки языком, знаки глазами, знаки руками. Вакан тишара тубилизбе мусаббих. И он указание делал каким вот этим пальцем, то есть указательным. Вакаля фарра сказал, вакад якуну рамзу валисан мингайри ан юбайн. Иногда бывает из движений языками, знаки языками так, что непонятно, что говорит человек. Вагу саутуль хафи юшби ульхамс. То есть это когда кто-то говорит так шепотом, как будто вот так вот, непонятно. Вакаля ата сказал рада би саум фаля стоям. Он сказал, что здесь подразумевается саум, сдержание в течение 3 дней, ляннум кану из асаму лям ятакалиму лям раза. Потому что если они держали уразу, то есть здесь под 3 дня им держали уразу, они ни с кем не разговаривали, кроме как знаками. То есть им во время уразы было запрещено разговаривать. Вадкур роббака кафир, васаби биляши валибкар. И дальше Всевышний Аллах говорит, и славь, и вспоминай Господа, имя Господа свое многочисленное, и славь его перед закатом и по утрам. Каиль аль-мураду бит тазбих. Ученые говорят, что здесь по словам тазбих, прославление, подразумевается салят, то есть молитва, намаз. Валь-аши мабайна завали шамс или гуруби шамс. То есть аши это время между, то есть днем, получается, когда солнце в зените, до заката солнца. Вамингу суммия саляту зухр валя аср салята аль-аши. Поэтому зухр и аср названы как бы вечерними или послеобеденными молитвами. Валибкар мабайна салят аль-фаджр и духа. Ибкар это между фаджром и духа. На этом баракаллаху фикум заканчивается история Закарии. Братья, вы заметили, что Коран, субханаллах, не то что тафсир на каждый аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой, или же несет под собой огромное количество знаний. Поэтому, Аллах, если Всевышний Аллах проявил тебе милость, и ты изучаешь тафсир книги Всевышнего Аллаха, знаешь, что это из милости Всевышнего Господа, из дозволения Аллаха, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты баракаллаху фикум в исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллаха Субхану, то есть их толкование, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышний Аллах сказал, фаляй тадаббарун аль-Куран, амаляку любин аль-фалюма. Неужели они не задумываются, не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки, то есть замки имеются в виду, их сердца запечатаны. Поэтому баракаллаху фикум, если ты не хочешь печать, чтобы твое сердце было запечатано, а запечатанное сердце, никакое благо не заходит, братья. Баракаллаху фикум, обязательно изучай книгу Всевышнего Аллаха. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракаллаху фикум, получается, и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субханаллаху тааля. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаля это дабарун аль-Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا